Землеройка, может быть? Не, землеройки другие. У них на носу какие-то такие тоже. Ой, все равно, у него же ни глаз, ни ушей, ни хвоста. Угу. Так что это крот, такой маленький. Крот. Ба, как он такие огромные норы роет? Он же такой маленький. Ну, у него лапы-то. Да? А норы? Ну, он тем более быстро роет. Что же он такой лопает? Корень? С какого-нибудь цветка. Грызет, как хвост он там у него как. Это не хвост, это корень. Такой маленький, миленький. Ну, я бы хотела себе домашнего животного такого. Молчите, без звука. У него ушей нету.